Строительство производственного корпуса недавно завершила Заринская промышленная компания и уже приступила к работе. Она занимается покраской оцинкованной рулонной стали. Сегодня на предприятии 36 рабочих мест. В дальнейшем их станет 120. Они смогут производить до 60 тонн металла в год. Накануне губернатор Виктор Томенко посетил промышленную компанию. Отлично, что руководители предприятия и его собственники приняли решение разместить производство здесь, у нас, в Алтайском крае. Это новые рабочие места, это дополнительные налоги в бюджеты нашего региона и муниципалитета. Это расширение возможностей для предприятий нашего края. Глава региона считает, такие предприятия помогут развитию экономики Заринска. Сегодня в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития включены 8 резидентов. Ими реализованы инвестиционные проекты на сумму почти 3 миллиарда рублей. Благодаря этому в городе создано более 800 рабочих мест, и уровень занятости в Заринске значительно вырос. Все это будет для Заринска создавать дополнительную устойчивость. Как известно, это город, где есть градообразующие предприятия, своего рода монозависимость. Но то, что в результате работы в последние годы в рамках территории опережающего социально-экономического развития, город получает дополнительные точки устойчивости, опоры. За последние годы на различные меры поддержки малого и среднего бизнеса в крае направлено около 53 миллионов рублей. По итогам прошлого года поступления налогов от малого и среднего бизнеса увеличились на 11%. Их размер составил порядка 63 миллионов рублей. Дарья Эндерс, Денис Кузьменко, новости.